Добрый день, уважаемые телезрители! Я вас приветствую на канале Универ ТВ в нашей новой программе «Татар Хистори». И в студии я, ее ведущий Фахрудин Афраиль. Добрый день, коллеги! Я с большим удовольствием хочу представить сегодня наших гостей, экспертов. Гатин Марат Салаватович, кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета. И Хайдаров Тимур Фаритович, кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета. В прошлой передаче мы подняли проблему Улуса Джучи, Золотой Орды, ее роль в истории, этнополитической истории татарского народа. И поговорили о том, какую роль она сыграла становление государственности татарского народа. Сегодня я хочу продолжить беседу на эту тему и поднять вопросы, связанные с оценкой историографии, отечественной, зарубежной историографии по роли Золотой Орды и некоторые другие очень животрепещущие на сегодняшний день вопросы. Марат Салаватович, скажите, пожалуйста, все-таки какова роль Золотой Орды в истории государственности всех этнических групп татарского народа? Ваше мнение. Добрый день, уважаемые зрители. Но здесь нужно что сказать. Дело в том, что Золотая Орда сыграла очень большую роль для того, чтобы сохранить идентичность современного татарского народа. Почему? Здесь я бы указал на три ключевых момента. Первый момент, который нужно упомянуть, сказать, это татарский язык. То есть татарский язык, вот как татарский язык, он возникает как раз-таки в эпоху Золотой Орды. То есть если мы посмотрим на источники этого времени, именно там фиксируется само слово «татар». О каких источниках речь идет? О кодексе Куманикса. То есть вот как раз там упоминание о татарском языке присутствует. И тот язык, который зафиксирован в этом источнике, он очень близок к современному татарскому языку. Это первый момент, то есть вот язык. Второй момент, о чем нужно сказать, это ислам. Ислам как фундамент духовной жизни татарского народа, он окончательно закрепляется именно в золотоордынскую эпоху. То есть принятием ислама в качестве официальной религии Золотой Орды Улуса Джучи при хане Узбека. Ну и третий момент, это название народа. Татары, как раз таки название, вот, оно также фиксируется именно в этот период времени на территории Восточной Европы. И сегодня, если мы посмотрим, значительная часть тюрко-мусульманского населения Восточной Европы, она до сих пор именует себя татарами. То есть Золотая Орда как раз таки цементировала тюркские мусульманские группы, и вот на основе как раз таки золотоордынского, на основе Золотой Орды возникло уже корни уходят как раз туда, вот современного татарского народа. То есть, вот... Как вы думаете, вот если мы берем наследников Золотой Орды, о которых мы говорили на прошлой передаче, мы их называем прежде всего Казанское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство, Большая Орда, то ведь язык всех этнических групп татарского народа, он практически один. То есть язык казанских татар, язык татар-мишары, язык астраханских татар, сибирских татар, касимовских татар – это единый литературный язык современного татарского языка. Почему язык крымских татар имеет такие свои особенности? Ведь хотя в эпоху Средневековья, в эпоху Золотой Орды, и это четко прослеживается по источникам, язык крымских татар, казанских татар сильно не отличался, на мой взгляд. Ну, здесь смотрите, какая ситуация. Дело в том, что на самом деле вот, в золотоордынский период и даже в период распада Золотой Орды, то есть больших различий между языком людей, которые жили в Казани, языком людей, которые жили в Хан-Кермане, в Касимове или в Бахчисарае, особо не было. То есть в дальнейшем это как раз-таки историческая судьба. То есть значительная часть татар подпадает под власть русского государства, а Крымское ханство смогло сохранить свою государственность, и здесь большое влияние оказывало... Вплоть до конца 18 века. Да, вплоть до конца 18 века здесь большое влияние оказывала Османская империя. Османская империя, мировая держава. Здесь еще нужно помнить, что Османская империя, начиная с 16 века, это, по сути дела, центр исламского мира. То есть султан, он одновременно был халифом, то есть главой мусульман всего мира. То есть поэтому здесь влияние, оно очевидно.
И это влияние как раз-таки оказало на то своеобразие крымско-татарского языка, которое мы сегодня вот видим. И действительно, татарский язык Поволжья и Приуралья, он несколько отличается от языка крымских татар. Да. То есть... Да, конечно. Я позволю себе не совсем возразить вам по поводу того, что Османская империя в XVI веке являлась таким уж лидером исламского мира. Скорее всего, это тюркский мир. И Османская империя – это скорее лидер в XVI веке вообще всей европейской культуры, цивилизации. Это особо специфическое. Но, скажем так, скорее всего, это произошло в XVI веке. Крымские, влияние Крым, изначально Крым как единое тюркское пространство, оно было не единым. Там были... сейчас уже своими коллегами, значит, говорит, татаро-тюркский мир. Татаро-тюркский мир, да. А в 475 году, когда османы пришли, именно османы стали восприниматься на большей части распадавшейся Дейши Кипчак или Усаджуче как лидер тюркского мира. Но мы забываем, что среди наследников Золотой Орды была и Москва. Потому что если посмотреть, что такое Золотая Орда, это наследники Монгольской империи, у которой, у каждой из них являлись основы, которых составляли такие, как ямская служба, военная служба, чиновники, джучиды и денежная система. Четыре столпа. Если же мы возьмем Москву, да, там три из них сохранились. Это ямская служба, чиновники и армейская служба. Все признают, что русская армия – это продолжение Чингизид. И вот османы, которые, вот, скажем так, возникли на месте сельджуидов, а вместе с Золотой Ордой и Мамлюком образовали экономический тюркский блок. Это мы тоже не должны забывать, который важную роль сыграл. И османский султанат, он считался с точки зрения реалии 15-16 века один из самых сильных тюркских. Поэтому влияние началось именно с армейской среды. И Крым действительно в 16 веке уже имел отличие, но... И через культуру. Ну, скажем так, помягче, не отличие, а особенности. Особенности, потому что он попал в сферу влияния Османской империи. Османское влияние было настолько великолепно, что в 18 веке французы просто были восхищены, когда османский посол прибыл в Париж и музыкой восхитил весь двор. После чего у нас идет французская, идет европейская музыка, вплоть до рока. Ну и еще то, что австрийцы после осады 1683 года, где та же крымчане участвовали, мы, например, вот круассаны – это и есть детище последствий. То есть османы были настолько сильны в культурном плане, это было ощущалось вплоть, ну, чем ближе к 18 веку, чем больше это становилось. То есть эпоха тюльпана, ты в середине 18 века даже в русском дворе признавалась, очень влиятельная прослойка. То есть многие одевались а-ля тюрк. И мода была в Европе. Поэтому Крым, который являлся уже тогда на правах вассала, он не то что независимый, он был вассалом. И шел в фарватере. То есть там объективно становилось складывание крымско-татарского языка, который по большей степени под огустным влиянием. Вот у нас Тимур Фаридович поднял очень важную проблему. Это оценка западной цивилизации в целом тюрко-мусульманского мира. Да? Я в связи с этим хотел бы, Марат Славатович, вас спросить. Вот как в целом западная историография, историография Западной Европы оценивала и оценивает роль и место Золотой Орды, роль и место Улус-Джучи в целом в мировой истории? Спасибо за такой вопрос. Дело в том, что вообще научное изучение Золотой Орды, оно, что удивительно, начинается не в Российской империи, а начинается за рубежом. То есть первый ученый, который обратил свое внимание, начал комплексно изучать Золотую Орду, это был немецкий историк из тогда Австрийской империи, Хаммер фон Пургшталь, Йозеф Хаммер фон Пургшталь, который вот написал громадный труд на 1200 страниц, и этим как раз-таки заложил научную основу изучения Золотой Орды. К
зарубежным историкам вот, на протяжении 20-го столетия было негативное отношение. Дело в том, что это было связано с тем, что в Советском Союзе господствовала марксистская идеология. Соответственно, те работы, которые были написаны не на основе марксистской методологии, они должны были подвергнуться обязательной критике. То есть в этих работах в первую очередь искали негативные моменты, слабые места. Лишь вот в последнее время произошел процесс пересмотра к зарубежной историографии. Ну и здесь еще мы наблюдаем объективный процесс интернационализации, то есть мы не можем сидеть только в узких рамках своего государства и изучать труды только собственных вот доморощенных, так скажем, исследователей. Мы вынуждены и должны это делать, обращать свое внимание на тот опыт, который набран за пределами нашей Родины. И в данном случае здесь мы видим, что Золотую Орду изучали достаточно активно. Изучение происходило как в Германии, как во Франции, так и в Соединенных Штатах Америки. И здесь вот ключевой, наверное, момент, какой вот я для себя вижу, то, что было стремление, конечно же, каждый автор он субъективен, но в то же самое время было стремление все-таки какой-то научной объективности. Дело в том, что в трудах, которые выходили в нашей стране, все проходило через призму, скажем так, москва-центризма, да, то есть призму взаимоотношения русских земель с ордынскими хамами. Вы имеете в виду советскую историографию или дореволюционную? И дореволюционную историографию мы тоже это наблюдаем. Вот и яркий пример это вот Николай Михайлович Карамзин, то есть вот это там проблема Ига, например, да, то есть все это, вся ценность Золотой Орды, она воспринималась через взаимоотношения русских земель с ордынскими правителями, то в западной историографии они старались как раз от этого уйти. Не всем, конечно, это удавалось. Многие находились как раз-таки в плену работ, которые выходили из-под пера русских историков. Здесь был подход какой? Здесь было стремление как раз-таки использовать всю палитру исторических источников. То есть не было ограничения в анализе только, вот, например, русских погодных записей. Вот слово «палитра» ключевое. У меня в связи с этим еще один вопрос возникает. Вот палитра взглядов на роль Золотой Орды, оценка этой роли, она такая же была взаимоисключающая, разная, как в российской историографии, или какие-то общие тенденции есть западные? Вы знаете, здесь, конечно же, единого взгляда нет. Да, то есть это нормальное явление, это даже хорошо, что так оно и есть. Да, то есть, но в целом, то есть была попытка понять, что это было за государство. То есть не было попытки как бы ее в первую очередь очернить, да, через вот как раз-таки вот эти сложные взаимоотношения, которые происходили в 13-м. Термин «иго» используется в западной историографии? Термин, он используется как историографический, который вот используется в российской историографии. То есть, ну, если смотреть по-большому, то есть если вот термин «иго», ведь он появляется не в российской историографии. Впервые он упоминается в польской историографии. Угу. Знаменитый историк Ян Длугаш в своей работе вот как раз-таки использовал этот термин «иго». Вообще слово «иго» – это не русское слово. Оно стало употребляться уже вот, лишь в дальнейшем вот, тем же самым Николаем Михайловичем Карамзиным. Это термин латинский. То есть термин, который появился в конце 15 века, видимо, здесь на фоне сложных отношений польско-литовского государства с Московской Русью, где вот понятно, что поляки хотели подчеркнуть, что они, им принадлежит большая роль, что они не смогли, наоборот, таки не пропустить вот эту азиатчину, варварство на территорию Центральной Европы, в то время как вот соседние земли, они вот подчинились, и все негативные черты они как раз-таки связывали с этим подчинением. Тимур Фарич, все-таки было иго или нет? Ну, скажем так, я из того, что было сказано, во-первых, хочу немножко конкретизировать. Ян Дуглаш – это хронист 15 века, который писал о условиях появления Османской империи, то есть Польша находилась на границе. И поэтому иго для них – это внешняя угроза, которая шла с востока, да и вообще образ тартар – это французский, католический. То есть татары рисовались такие щадия ада с гуннских времен, римляне как бы нарисовали. То есть нашествие – это гуннское нашествие, которое нас принесет. К тому же, когда Ян Дуглаш писал, был очень популярно такие моменты, как конец света, приход антихриста.
Иногда французы несколько, у них двоякое отношение, потому что они в свое время появился письмо о пресвитериане, и которое это христианское царство, которое возникло на Востоке, спасет от нехристи мусульман, тюрок. То есть для них, собственно, татары это часть Монгольской империи воспринимали. И здесь вот можно видеть у французов, она идет оттуда, вот такая вот неоднозначная оценка, потому что сами французы потом в 16, 17, 18 активно очень затрудняли с османами, были записи французских путешествий в Крым. То есть для них это как бы мир органично существующий, не европейский, он несет как бы соседание. В отличие от немцев, которые столкнулись с турками, для них это был еще Ищадиада и тому подобное. Это прояснилось впоследствии на том, как это преподносится потом в 20 веке. Есть французская, которая вот османско-тюркская, там и крымский субстрат. Есть немецкая, крайне негативная. Есть британская, это ориентализм, если вспомню. Но он идет близко к французскому. Вот это через призму ориентализма мусульманского мира, вот, скажем так, можно выделить и английскую, американскую историографию. Ну, в целом, разные оценки. Вот эти три главенствующие историографические традиции, они повлияли, ну, можно посмотреть в музее, где французы свое усматривают, причем усматривают исключительно дворцовый комплексный стиль вооружения. У немцев это, ну, такой культ, это какие-то купеческие дома, конструкции. У англичан, ну, такой вот, скажем так, бедуинский подход. То есть, единого целого нет оценки. Да. Ну, это нормально, так оно и должно быть. Тимур Фалич, я хотел бы сейчас с вами переговорить на очень злободневную, актуальную сегодня тему. Речь идет о пандемии. Пандемии 14 века. Я знаю, что вы являетесь специалистом, написали много работ. Речь идет о черной чуме. У меня в связи с этим вопрос. Вот можно ли какие-то провести параллели между пандемией 14 века, современной пандемией? Вот тем более, что я убежден, что чума XIV века явилась одной из причин распада государства. Сегодня мы наблюдаем некий определенный, какой-то организованный, что ли, управляемый хаос. Вот я хочу, чтобы вы на эту тему порассуждали. Ну, скажем так, вопрос очень сложный, и сразу его не ответишь, потому что тут много факторов. Что можно взять из примерной черной смерти, вот изучая на протяжении 10 лет данную... А черная смерть тоже из Китая пришла? Вопрос тоже сложный и неоднозначный. Современные исследования говорят, что штаммов было несколько. То, что у нас... И сводится к тому, что, скорее всего, у нас был локальный штамм. Он возник еще в бронзовом веке. Вот здесь спор, другой штамм – это китайский штамм, третий штамм – это ближневосточный, четвертый – это где-то, ну, европейский. Вообще, судя по всему, мы сейчас и с этим сталкиваемся, коронавирус также и развивается, также идет направление с запада на восток, ну, биологические проекции. Собственно, на территории Золотой Орды, если, как говорит мой коллега Порсин, Артем Порсин, скорее всего, мы имеем первые вспышки эпидемические, не пандемические, местные, локальные, в эпоху Тахты. Это 1280-70-80-е годы, но это не пандемия. Собственно, черная смерть – это вспышка 1246-1253 года. Если смотреть, тут очень много вопросов. Действительно ли бомбардировка Джанибека вызвала в Кафе, непосредственно за ней последовала вспышка черной смерти? Действительно ли это год, потому что 1346, действительно ли генуэзцы, только генуэзцы и плавание на кораблях привели? Здесь можно, если вытягивать дальше мозаику, скорее всего, ситуация была, данные были несколько, произошло это раньше. Если взять Тахте, то, скорее всего, это мы имеем, так же, как и изначально исток, это природный очаг, который, признанный здесь человеком, да, привел к первоначальной вспышке. Что привело к таким большим глобальным последствиям? Это, прежде всего, голод,
который разродился в 1310-х годах, охватил практически, ну, там, население подсократилось процентов, ну, 10-15 точно, а то и больше. То есть это был масштабный голод. При этом последствия стали ощущаться тогда, когда стали рождаться дети больные, то есть иммунитет был ослаблен. Дальше, возможно, скорее всего, для восполнения белковой пищи стали ставить свинарники. Хотя, например, Дэвид... новый для меня, Мирославович. Что вы скажете по этому поводу? Ну, здесь, конечно, черная смерть, она сыграла большую роль в ослаблении и в дальнейшем распаде Золотой Орды. Но я бы не стал бы абсолютизировать роль черной смерти. Угу. Хотя, конечно же, мы можем вспомнить ситуацию с Византийской империей, которая также была подвержена вот этому удару черной смерти, и она буквально через там, несколько десятилетий прекратит свое существование. Да, вот, если брать вот середину XIV века, к середине 15 века от нее уже она будет завоевана турками-османами. То есть здесь, конечно же, природно-климатические факторы сыграли роль свою в ослаблении Золотой Орды. Здесь бы я бы еще отметил то, что первоначально это что, на мой взгляд, это является аридизация почв, то есть это изменение климата, климат стал неустойчивым, и как раз-таки изменение вот этого климата приведет к тому, что вегетативный период растений сократится, и многие вот, процессы, да, процессы они будут запущены. Вот как раз кстати, Мирослав, очень интересную мысль мне подал. Да? Смотрите, получается, сейчас же мы тоже переживаем эпоху изменения климата, да? Скорее... Как вы думаете, современная пандемия с ней связана или нет? Нет, скорее всего, мы налицо видим запрограммированный процесс, который был вызван генетической памяти о последствиях черной смерти. Я просто хочу отметить, что первые, сначала Кинг в 1984 году опубликовал книгу, потом в 1994 году вышла игра «Патриция», где там активно апеллировалась эта тема чума и возможности. То есть я вот лично отмечаю так, что существует генетическая память, которая прошла с черной смерти, то есть это рисуются огромные картинки, врачей с острым носом, в масках, куча трупов, там, ну, страшная картина апокалиптики. И, соответственно, это муссируется потом в телевидении, в компьютерных играх, телефонах обычно, то есть это мы сейчас живем полностью. Но черная смерть явилась одной из причин распада Золотой Орды или нет? Можно сказать и так. Но не основное. Все-таки в самой Золотой Орде были очень много противоречий между разными. Какие еще были причины, на ваш взгляд? То, что вся власть была, вся Золотая Орда базировалась на власти, то есть на роли представителей рода Бату. Как только они сошли на нет, то соединять перестали. То есть начались тенденции разобщенности. А как же Тохтамыш? Тохтамыш был даже он с левого кругла, но не всеми был воспринимаем. Это был пришлый человек, и для правого крыла, ну, они его не воспринимали, он был с востока, и они знали, что, причем мы знаем, что у Руслан до этого приходил, его тоже не приняли. То есть внутренние противоречия в Золотой Орде были гораздо сложнее и много факторов, нежели фактор чумы. Да, после черной смерти это стало политически происходит, если мы сейчас увидим, да, происходит, мы должны сейчас говорить о последствиях, это обострение военно-политической обстановки, это закрытие всех стран, все начинают закрываться, все начинают развивать национальную экономику, это изменение экономических отношений, это мы здесь видим. Вот здесь мы можем видеть. И на это же было рассчитано, когда информационная волна запускалась. Собственно, сейчас, ну, он перерос грипп, и все, кто рассчитывает заработать деньги, они рассчитывают повторение черной смерти. Да, у нас будет, я надеюсь, отдельная передача. Я хотел бы вернуться все-таки к Улусу Джучи в эпоху Средневековья. Марат Славач, почему распала Золотая Орда? Ну, здесь вот продолжая Тимура Фаритовича, нужно вот уточнить, ну, для того, чтобы зрители наши понимали, кто-то, может быть, немножко знает историю России, вот помните «Смутное время»?
Да, смутно. Одной из главных причин в смутное время был династический кризис, когда московская ветвь династии Рюриковичей, она прекратила свое существование. Здесь такая же ситуация. Здесь у нас есть линия Бату, и она пресекается, эта линия. И что происходит? Происходит то, что формально ханом Золотой Орды мог стать, по сути дела, любой чингизид, мужчина, к этому моменту исповедующий ислам, и желательно, чтобы был харизматичным лидером. Скорее, джучит даже. Джучит. Он должен быть именно джучит. Ну да, 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 джучит, конечно же, да. И это привело к тому, что многие представители разных вот ветвей потомков джучи стали предъявлять свои претензии на престол. И здесь это вызовет династический кризис. Страна начнется развалиться, потому что некоторые хотели захватить как раз-таки сарай, а некоторые были менее амбициозными, стали закрепляться на окраинных территориях. И в этой ситуации вот как раз-таки есть был такой институт очень интересный, гургенство, куриганство, то есть зятья династия чингизидов, джучидов. То есть один вот как раз-таки вот зять последнего хана из династии Бату, Бердибек последний, да, Мамай, он смог закрепиться на западе государства, на западе Улусу-Джучи. И начинается вот этот династический кризис, который получил очень хорошее, на мой взгляд, красочное название благодаря русским летописям — «Великая замятня». Да, то есть она вот длилась, по сути дела, с 1359 года до 80-го года, пока вот Тохтамыш не пришел, не установил свою власть над всем Улусом Джучи. И это к чему приводит? Здесь вот как бы принцип домино. Одно порождает другое. Это приводит к тому, что русские земли, то есть вассальные территории, здесь не только русские земли, здесь вот и мы можем вспомнить Молдову, мы можем вспомнить и Великое княжество Литовское, они начинают усиливаться, то есть стали воспользоваться ослаблением Золотой Орды, Русь прекращает выплату дани, Литва, Великий князь Литовский начинает действовать в южном направлении, расширяет свою зону своего господства, знаменитый вот, ну, знаменитая на Украине, наверное, только знаменитая. Плюс противостояние с Тамерланом. Это чуть попозже произойдет. Вот будет захвачена значительная часть вот территории современной Украины. То есть вот после битвы на Синих Водях 1362 года. У нас обычно говорят о битве на Воже или Куликовской битве, но здесь вот предвестником это все-таки была, может даже если еще вспомнить Бортневскую битву, потому что ну, это отдельный сюжет, туда не будем заходить. Вот. И здесь что? Это приводит вообще к конкретному конфликту московского князя Дмитрия Ивановича с Мамаем. Этот сюжет хорошо всем известен. Мамай терпит поражение, и здесь вот Тохтамышу удается сначала подчинить восточную часть Улуса-Джучи, а потом уже и распространить свою власть на запад. Он восстанавливает ордынскую власть над Русью. И уже после этого, то есть к этому моменту, вот обратите внимание, если мы посмотрим на ситуацию Пакс Монголики, то есть вот этого большого монгольского мира, везде династии пали. То есть в Китае уже чингизиды не правят, в Иране глубочайший кризис, по сути дела, они не владеют ситуацией. И здесь вот, кстати, Куриган, Гурген, Тимур захватывает власть в Улусе Чагатае. Здесь вот Тохтамыш, и, кстати, вот здесь вот вы в прошлый раз приглашали Хатыпа, Хатыпа Минигулова, да, Хатыпа, да, то есть здесь вот как раз-таки, вот если мы посмотрим на ярлык, то есть здесь ведь какая интересная штука, что к этому моменту ведь считается, что татарские правители, золотоордынские правители перешли на арабицу, а здесь происходит возврат к уйгурице, то есть это официальная письменность Монгольской империи. То есть здесь, видимо, была идея восстановить вот эту огромную Монгольскую империю. Не случайно Тохтамыш начинает войну против Тимура. Но исход этого будет печальный для Золотой Орды. Во всех столкновениях Тохтамыш терпит поражение. И здесь вот Тамерлан, Тимур, Аксак Тимир, татары, как его называли, он был хромым, наносит решительные просто-напросто поражения золотоордынским войскам. И, от которого Золотая Орда уже не оправится. Да, от которого здесь не только ведь победа происходит, а происходит уничтожение городов. Да, городской культуры, совершенно верно. Почему? Потому что здесь одним из фундаментов золотоордынского государства это была торговля.
Да, то есть вот мы в политическую сферу ушли. Здесь ведь еще какой момент нужно отметить, то что чуть-чуть назад отматывая, это 1354 год. В 1354 году что происходит? В 1354 году турки, османы впервые захватывают город Калиполь, то есть современный город Гелибулу. Это первый европейский город османов, который находится на проливе Дарданеллы. То есть они начинают уже контролировать эти два пролива, пролива Босфора и Дарданелла. Почему это значимо? Потому что торговля Западной Европы, Золотой Орды, она осуществлялась благодаря генуэзскому, ну и северно-итальянским городам. Здесь ведь противостояние шло межцивилизационно, ислам и христианство. То есть они стали препятствовать торговле генуэзцев. То есть они видели в генуэзцах своих главных противников. Здесь вот удар по торговле Золотой Орды. И здесь еще удар, вот возвращаясь назад к Тамерлану, к Тимуру, он целенаправленно уничтожает города. То есть вспомним Ургенч, он его просто-напросто посыпает солью. Да, телезрители не все это знают. Золотоордынские города, особенно Нижнего Поволжья, это крупнейшие центры международной торговли. Мы среди них называем Сарайбату, Сарайберке, Хаджи Тархан. Эти города в период Золотой Орды, как правило, были без фортификационных сооружений, поэтому, когда армия Тамерлана была, Тахтамыша Тамерлана была разбита на реке Тереке, да, в 1397 году, поэтому города остались практически без защиты. И эти города, они очень быстро были просто сожжены, а это удар по экономическому развитию, не только столицы, а в целом государства, по международной торговле. И, конечно же, там была попытка реанимации Золотой Орды, была попытка восстановления былой мощи чуть позже при уже Эдыгее знаменитом. Но это была, по сути, последняя попытка, и Золотая Орда уже после этих походов Тамерлана, по сути, и не оправилась. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. У нас сегодня в гостях были эксперты. Марат Салаватович Гатин, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета, Тимур Фаритович Хайдаров, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета. До встречи в этой студии. До свидания.